Вести Хакасия на канале «Россия-24», в студии Наталья Чудина. Здравствуйте. Осень – пора сбора урожая. Чиновники 17 ведомств республики вышли сегодня в поле, чтобы копать картошку. Не для себя, а для тех, кто пострадал от наводнения на Дальнем Востоке. За необычным рабочим днем тех, кто привык работать головой, а не руками, наблюдала Ольга Стельмах. Поработать не головой, а руками предложили чиновникам Хакасии. Собрали добровольцев на уборку урожая. Часть овощей с этих полей местные фермеры решили отправить на Дальний Восток. Помощь затопленным районам. Однако собрать урожай быстро не хватает рабочих рук. Вот и подключилась исполнительная власть. Активная работа на свежем воздухе. Кабинетная работа иногда бывает надоедает все-таки. Поэтому мы только за. С удовольствием согласились и выехали. Собираем, работаем, погода нас балует, все отлично. Как картошка, как урожай? Картошка, посмотрите, картошка какая крупненная. Трудоотряд 50 человек, представители практически от всех министерств и ведомств Хакасии. Романтика студенческих лет – то, с чем сегодня для многих из них ассоциируется выезд на картошку. Впрочем, молодежь такую традицию только познает. Что значит человек городской? Транспорт, да, министерство транспорта. Вот рулить умеет, а насыпать картошку давай руками собирать, что-то насыпать не умеет. За один день чиновники планируют собрать до 30 тонн картофеля. Из расчета по 50 ведер на одного человека. Впереди полноценный рабочий день. Брюзжание какое-то, неудовольствие по поводу того, что отправили на картофель, здесь просто не слышно. Люди понимают, что жители затопленных или пострадавших от наводнения районов Дальнего Востока действительно нуждаются в помощи. Вот. Даже если вода уходит, затопленные сырые, в смысле сырые дома, которые не просохнут, подвалы, даже если вода ушла, опять сырые, и ушедший или пропавший урожай этого года. Рабочий день 6 часов. За это время нужно успеть собрать картофель со всего участка. Как только наберется необходимый объем овощного продовольствия, урожай отправят на восток. Ольга Сельмах, Евгений Чаптыков, Вести Хакасия. А депутаты Абакана встретились сегодня не в поле, а в зале заседаний на внеочередной сессии. Горсовет утвердил новую структуру администрации столицы республики. Отныне у главы города Николая Булакина осталось только 4 заместителя вместо прежних 5. Назначения уже сделаны. Двое замов, Ирина Кацебина и Алексей Лемин, как и прежде, будут курировать подведомственные им сферы, социальные вопросы, а также строительство, архитектуру и землеустройство. Владимир Жуковский, в прошлом руководитель городского водоканала, отныне занял должность заместителя главы Абакана по вопросам ЖКХ и транспорта. На этом посту он сменил Виктора Константинова, который отвечал за столичный коммунхоз около 14 лет. Первым заместителем главы города назначена Нина Бильтикова. Первый заместитель главы города, он же заместитель по вопросам экономики и финансов, курирует бюджетно-финансовое, раньше было казначейское, теперь финансовое управление и комитет муниципальной экономики. Перспективная работа с бюджетом, разработка проекта бюджета в соответствии с очень сильно изменившимся бюджетным законодательством, составление стратегических планов – это взаимосвязанные вещи. Конечно, это теперь будет курировать первый зам. А вот финансовые вопросы, пополнение бюджета, распределение средств будет по-прежнему курировать глава города лично. Купальный сезон далеко позади, но на воде продолжают происходить несчастные случаи. Накануне в районе пляжа южной реки Абакан пропал человек. Компания на берегу Абакана распивала спиртные напитки. Около 11 вечера 36-летний житель столицы Хакасии, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направился к воде. Прямо в одежде он зашел по колено в реку. Сначала мыл руки, а после неожиданно поплыл. В воду за своим знакомым прыгнул еще один участник компании, но так его и не нашел. В Аскисском районе ведется строительство первого убойного цеха. Напомню, с 1 июля в силу вступил новый сельскохозяйственный техрегламент. Теперь для продажи мяса скот нужно забивать только на специализированных площадках. О том, как идет строительство одной из них, Алексей Гончаренко. Бетонное здание в 3 километрах от села Аскиз и практически в центре района будет, пожалуй, самым востребованным у населения, начиная с середины следующего года. Регламентированно, то есть законно забивать скотину для продажи будет больше негде. По крайней мере, других таких же объектов в Аскизском районе пока не строится. И все будем перерабатывать. Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиней. Ну, по объему, наверное, будем голов 50 коров, наверное, за смену вырабатывать. Ну и свиней
Лот 40-50 также. Регламент о безопасности пищевой продукции должен был вступить в силу еще 1 июля этого года. Но подобных цехов забоя не было. Правила отсрочили ровно на один год. Подворные забои в частных хозяйствах для продажи запретят. Это коснется всех видов животных, кроме мелких, кроликов и птиц. И тогда придется возить только на скотобойню. Будет востребованным предложение убойных цехов. Поголовье скота в районе растет. Показательный пример с овцеводством. Что касается овцеводства, у нас идет стабильный рост. То есть вот в прошлом году у нас было на 1 января 2013 года 75 тысяч. Сегодня, ну, на 1 августа, скажем так, 89 тысяч голов овец. Убойный цех рядом со СКИЗом строит известный в районе мясопереработчик Иван Миндибеков. Расчет еще и на то, что привезенное на убой мясо будут сдавать здесь же, чтобы не возить на продажу куда-то. Но в таком случае разом лишатся работы и заработка частные забойщики-одиночки, которые сегодня по вызову выезжают на дом. Я ему звоню, говорю, что у меня есть там корова или бык, теленок. Там он мне говорит цену. Я соглашаюсь или ищу там других? В основном соглашаешься, мне выгодно ему. Он приезжает, забивает, отдает деньги, уезжает, все. Проблем никаких. Какой будет цена за услугу по убою одной коровы, овцы или поросенка, владельцы строящегося цеха пока сказать не могут. Но во всяком случае будут монополистами в районе, которые первыми введут цивилизованный убой скота. И который пока не факт, что население массово променяет на привычный подворный убой. Алексей Гончаренко, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Решил подзаработать на святом. Полицейские накануне допросили жителя Абакана Николая Евдокименко. Напомню, мужчина в августе расклеивал по городу объявления с призывом помочь больной племяннице. Однако выяснилось, на фотографии его старая знакомая, которая уже выросла, а больного ребенка у Евдокименко вовсе нет. Стоит также отметить, последние 7 лет он состоит на учете у психиатра. По словам мужчины, пойти на такой шаг его заставил конфликт с тещей. Ему срочно понадобились деньги, чтобы найти отдельное жилье. Возникла трудная такая моментальная ситуация. Нужно было свое жилье, чтобы жену с дочкой забрать. Получилось, что дал ложное объявление. То есть не какого-то конкретного лица, а выдуманное. Так или иначе, на уголовной ответственности мужчина, скорее всего, избежит. В деле нет пострадавших. На банковский счет денег не поступало. Так что в этот раз полицейские ограничились устным предупреждением. В Хакасии начали учитывать марала на реву. Только так ученые смогут получить подробную информацию о популяции этих животных в охотугодьях и на территории государственных природных заказников. Время для проведения исследования выбрано не случайно. Именно в конце сентября начинается гон маралов. Самцы рогами рыхлят почву, ломают ветки деревьев и громко ревут. Таким образом, они призывают соперника к борьбе за самку. Учет маралов ведется только утром в ясную погоду. Ученые используют специальное устройство, которое имитирует рев благородного оленя. Это привлекает внимание животных. Они отвечают, даже не подозревая, что человеку. Исследовательская работа будет вестись сотрудниками Госкомитета по охране животного мира и окружающей среды до середины октября. На этом у меня все новости. После вестей смотрите рубрику «Интервью». Сегодня у нас в гостях Вячеслав Инкижеков, директор Хакасской республиканской филармонии. Речь пойдет о новом концертном сезоне. А я пока с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и увидимся на канале «Россия-24».